Трехударный, двухударный стиль, бьется на одном выдохе. Мы находимся в Тверской, Кабардино-Балкария. Сейчас здесь проходит первый ОФП сбор в этом году перед чемпионатом России. Главный тренер этих сборов Сергей Юрьевич Смирнов, заслуженный тренер России. Тренировки проходят на высоте 2150 метров. Иногда мы поднимаемся еще выше. Так, по работе. Сейчас идем к мостику, по дороге тянемся. Три круга бежим. Бежим трусой, легко, никуда не рвем. Особенно Ваника и Виталика касается. Сейчас вопросы. Все здоровы? Вперед. Два с половиной километра. Тридцать раз обжали, 10 раз лягушку. Темпе, в темпе. Локти разгибаем. Что за отжимания такие? На меня смотрим, голову подняли. Груди отжимаем, как удар идет. Раз, раз, раз. Дали в точку, пошли без ударов. Давай, подергали. Без ударов, раскрываем соперников. Без ударов, раскрыть соперник, раскрыть. Утонуть. Работа ног, корпус, раскрываем соперник, как в своей манере ведения боя. Без ударов. Думаем, что мы делаем, как мы делаем, для чего мы это делаем. И пошла передняя, одиночная, или в голову, или в корпус. Одиночные удары. Показали в голову, ударили в корпус. Показали в корпус, ударили в голову. Показали сбоку, ударили снизу. Пробили, защитили. Зрячий бьем по корпусу. Печень, солнечное сплетение. Под сердце, не лишь бы куда. А четко, ставь. Печень, солнечное сплетение. Как показали, хоп, по печени слева ударили. Корпус, голова, короче, комбинация, поехали. Вырабатываем, раскрываем передний. Все через передний. Передний создает, передний разрушает. Подготовить атаку передней рукой. Корпус пробить и уйти, защититься. Защитное движение делаем. Не устоите вы. Там, хап. И под шагу, то есть. Прям боковые мышцы в голову. Раз, два, три. Хоп. Я отталкиваю его. Давай, вот весь тело на правую ногу. Это у меня на кулаке. Вот облокотились мы. Вот на кулаке у меня. Я подшагиваю и бью. И дальше. То есть. Раз, два, три. Хоп. Подшагиваю и добавляю. Левша, левый, правый, левый. Поехали. Только правая нога сейчас. Левая поднялась. Спасибо, в канале тренер нужно осветить, кто пахари, а кто уходит в номера команды Республики Башкортостан. Вон, пожалуйста, дорабатываем. Мария Юрьевна, скажите пару слов. Нет, Мария Юрьевна, не говорите пару слов. Заставляет нас тренер, блин, после кросса, говорит, обязательно. Поэтому вот, выкладываемся. На первом этапе подготовки будет много беговой работы. Специально для этого я взял наушники Suunto Sonic костной проводимости. Мы идем до места, которое называется Поляна Чигет. Там рядом гора Чигет, катаются на лыжах, спускаются. Мы сейчас идем на Чигет. И вот уже прошли 1 километр. И никто не знает точно, сколько идти еще. Вот со мной рядом сборная Башкортостана. Я могу вам подсказать. В среднем минут 25-30. Ну, нет, а сколько километров? Километров 5? По километрам даже не знаю ни разу. Туда-обратно, если вот туда-обратно. Туда-обратно? Ну, 3-5.
А в гору мы будем подниматься? Ну, в обратку только и все. Понятно. Вот поэтому уже спуск, а я вам рад. В общем, такая информация. Мы будем подниматься через день. Ну, мы поднимались, кстати, мы были в 21-м году здесь. Мы поднимались на сам Чигет, на самую вершину пешком. Там сугробы, там снег вообще, короче, было. Путь занял у нас 5,5 часов туда-обратно. Мы очень сильно вымотались, устали, но было интересно. А это как населенный пункт называется? Чигет. Это Чигет? Ну не гора, мы же. Это называется поляна Чигет. А гора Чигет вот туда, вот подъемник. Видишь? Ага. Вот туда поднимаешь. Там первая станция, потом вторая станция. Тут пешком хорошо туда подняться. Мы его поднимались зимой. На чем? Пешком. Когда мы поднимались зимой? Почему не было никого? Так, вот мы дошли до поляны Чигет. 800 км. Сейчас по карте будем выходить обратно. Стопы, стопы. А может там вернемся лучше? Да проверь только. Так, парень, работа такая. Сейчас идем до мостикой, тянемся. Туда доходим, 3 минуты до размялись. Там же 3 круга не спеша мы бежим. И прибегаем на то же место, что и вчера. Нам же дорабатывать чуть качнемся и наш школу. Все работа минут на 50. Вопросы? Вперед. Два с половиной километра пробежал. Пробуем. 3 удара, 3 шага. Любые варианты. Прямой, снизу, сбоку. 2 в корпус, третий в голову. 2 в голову, третий в корпус. Пробуем. Пробили, защитное движение. Пробили, защитное движение. Сейчас, передний произвольный, отрабатываем или левый, правый, или просто 2 тоже. Пошли, подготовили, там колотили, ушли. Поехали. 3-ударный, 2-ударный, все, бьется на одном выдохе. Не должно быть 3 или 2 разных ударов. Да, вколачивай туда, вколачиваем. Пробили, ушли. Подготовили атаку, все, пробили, ушли. Не остаемся после атаки. А сейчас передний, идите на соперники передо мной, на левый или правый удар, отвечайте в ответе одиночными, или в голову, или в корпус. Поехали, пошли, прессуй меня, прессуй, сидим на сопернике, вызывайте меня. Вызывайте на атаку, вызывайте. Где передняя рука? Чтобы я на вас бросился, отыгрался, вы должны меня достать. 1 достали, 2 достали, 3 достали, 4. Мне надо отыгрываться, я бросаюсь на это. Вот на этом ловите. Складное положение. Опять передняя рука, опять передняя рука. И опять передняя. Тянем, тянем, лезем, лезем, тянемся, лезем. Бросили руки. Все, трусой домой, 2:30. Сейчас, что мы делаем? Общая разминка у нас. Раунд бой с тенью. И 6 раундов мы работаем на снарядах. Что мы делаем? Первый раунд передней рукой на дальней дистанции. 2-й раунд передний произвольно отрабатываем атаку любую. Там. 1-2, левый, правый. 1-2-3. У кого что идет. 3-й раунд. Вызываем соперника на себя, работаем первым номером и в ответе бьем. Или слева, или справа, или одиночный, или серии. 4-й раунд, передний произвольный, сильнейший по корпусу. Обрабатываем корпус. Зрящий, печень, солнечное сплетение, по сердцу. 5-й раунд, все это соединяем, получается у нас повторная атака из 3 комбинаций. То есть подготовка, атака, 1-2, уклон, 1-2, 3, разорвали, из корпуса 3. Вышли. И заключительный 6-й раунд, ближняя средняя дистанция. После этого мы чуть качнемся. Скакалка, теннис, не мяч, исключительно гимнастика. Вопросы? Все здоровы? Ладно, добра. Сейчас, Маша.
Корона капуща во всех упражнениях. Пошли с наклонами. Раз, два, три, наклон. Раз, два, три, наклон. Носок достаем. Мягче, мягче, не надо на пятках прыгать. Мягко, как кошечки на носочках. Пошли на ручки. Влево, вправо, присели, встали. Все с ногами. Хорошо, спиной вперед уклоны пошли. Также из фронтальной стойки шагаем влево, вправо, шагаем, смещаем с линии обстрела. Входим в прямых ударов. Пошли на ручки. Также спиной вперед. Одну, другую. Руки подняли, пошли лево, прямой под левый шаг. Хоп. Хоп, затылок передней идущего. Лица правый по правой. Лица правый по правой. Правый прямой под левый шаг. Левый шагаем, правый бьем. Закончили. Пошли прямые удары под разнеменные ноги. Два снизу, третий боковой. Боковой акцентируем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Под каждый шаг удар. Под каждый шаг удар. Закончили. Спиной вперед пошли прямые удары. Спиной вперед. Два снизу, третий боковой. Боковой бьем без сайдстепа по прямой. Оттягиваемся. И пошла передняя. Одиночный, с главы. И по снизу любую атаку. Лево, лево, правый. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три, четыре. У того, что идет. Готовить и ударить. Пошла передняя. Опять передняя. Нестор, ты почему руки опустил после атаки? Чтобы тебе вас в ответ дали. Хорошо, левый. Раз, два, три, в голову. Левый, правый, левый. Вы снизу, третий, сбоку. Вы стоите. Та-та-та. Поехали. Живот, голова, голова, живот. Качнули. Голова, живот, живот, голова. Поехали. Подшагивать добавляю здесь. Поехали. Всех приветствую, меня зовут Вадим Мусаев, я мастер спорта международного класса, финалист мира, чемпион России, призер, двукратный призер России. В данный момент перешел по профессионалам у меня 6-0, недавно приехал с Америки, провел 2 профессиональных боя и также сейчас прохожу подготовку к профессиональному бою 7 февраля в Москве. Слушай, вот у меня такой вопрос к тебе. Вот, Георгий Кушташвили сказал, что ты из сборной бьешь сильнее всех, ты бьешь как тяжеловес. Ну, есть такое, все говорят, ну, с кем бы ни боксировал, каждый мой международный турнир или турнир проходит или нокаутом, или нокдауном. Ну, заканчиваю так. Ну, все говорят, как у тебя так получается. Не знаю, просто бить надо. Ну, а ты покажешь потом. Конечно, обязательно.
Отрабатываем атаку в голову. То есть подготовка атаки передней рукой. Не то, чтобы бросить так бездумно. Подойти, подготовить атаку. Подойти ногами. Пробить и уйти. Любые варианты. Раз, два. Левый, левый, правый. Так. У кого что идет. Подготовить атаку. Пробить и уйти. Всем здравствуйте, меня зовут Виталий Бойцов. Я представляю спортивный клуб имени Агеева, город Балашиха, Московская область. Я являюсь мастером спорта международного класса, членом сборной России и тренируюсь под руководством Исмагилова Рената Хурматовича, Тюменева Виктора Павловича и Сергея Юрьевича Смирнова. На данный момент мы проходим первый этап подготовки к чемпионату России, который будет в третьем квартале 2024 года проходить. В городе, не помню в каком городе, но мы туда готовимся. И сейчас мы проходим общефизическую специальную подготовку, набегаем объем, становимся сильными и начинаем готовиться к самым серьезным стартам, которые помогут нам достичь больших высот на чемпионате России. Первым номером в ответе. Кто на вас соперник бросился, надо его достать. Раз достали, два достали, три достали. Я вот пропускаю, я хочу отыграться. Я буду бросаться, вот на этом надо ловить. Там куда я. Меня зовут Мария Карабанова, я старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу. На этом тренировочном мероприятии мы находимся с моей командой Республики Башкортостан, совместное тренировочное мероприятие с Московской областью. Здесь 6 основных боксеров из моей республики, которые готовятся к дальнейшим стартам, к чемпионатам округов, к Кубку мира нефтяных стран, также к вечеру профессионального бокса, первый из которых пройдет 24 февраля. Я Артур Супланкулов, мастер спорта международного класса. Я из города Уфы, Республики Башкортостан. Приехали мы сюда на сбор УФП, набирать объемы, общую физическую подготовку на дальнейшие старты. Вот, 10 лет я был в сборной России, сейчас я из любителей перешел в профессионалы и планирую развивать свою карьеру дальше в профессиональном боксе. А скажи, вот насколько сложно тебе в горах здесь акклиматизироваться? Первые 2-3 дня сейчас как раз они идут, довольно-таки тяжеловато, не хватает кислорода, вот, но в дальнейшем, думаю, все будет хорошо. Приготовились! Корпус обрабатываем! Пятый раунд. Все эти атаки соединяем. Получается повторная атака из трех комбинаций. Подготовка атаки передней рукой. Начало атаки. Раз, два.
делаю уклоны, развитие атаки, ухожу и продолжение атаки с корпуса. И четвертый я ухожу. То есть все компоненты боя соблюдаем. Подготовка атаки, атака, развитие атаки, продолжение атаки и выход из атаки, самое главное. А то нанесете и в ответ получите. И толку от этой вашей атаки никакой. Приготовились? Привет всем, меня зовут Вахит Аббасов, я мастер спорта международного класса России, являюсь чемпионом Европы 2022 года в Ереване, финалист Европейских Олимпийских игр. И мы приехали в Терсков, чтобы начать подготовку к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже. Я буду выступать за сборную Сербии, но раньше выступал за сборную России и по профессионалам часто выступаю у себя в стране, представляю две страны. Заключительный шестой раунд, ближняя и средняя дистанция. Плотно подошли, к мишку встали на ноги и побили. Ровно стоим, голову подняли, вперед смотрим, ровно, на ударной части кулака стоим, и передние двух косточка. Так, парни, сейчас идем до речки, там тянемся, три круга пробегаем и прибегаем в зал, одеваем сменную обувь. Разминаемся. 6 раундов работы с набивным мячом и за школы бокс чуть-чуть. 50 на 60 минут все работы. Вопросы? Все ногу занесли уже, да? Да. Нет, другие занесли. Нет. Все здоровы? Причем одна группа. Одна группа. Вперед. Ты куда бежишь? Я вообще-то куда-то все, когда бегут, топят. Темп подняли, я понять не могу нас. Сказали же не поднимать темп. На третий день у нас мы втягиваемся, я не знаю. Мы спокойненько бежим, никуда не торопимся. Темп не нужно поднимать, да? Мы успеем свою работу еще сделать, поэтому все нормально. Это ты все, ты поднял темп? Не-не-не. Нет? Нет, вот там. Вот они подняли темп. 2 километра пробежали. Вот кто самый быстрый бежит, первый. Ты откуда? Я из Нефтекумска, Сарбольский край. Всем нефтекумским боксерам привет. Там сзади жаловались, что темп увеличили, бегут быстро. Вот это ты и увеличил темп. Не-не, я просто потом подхватил. Все, получается, ты первый прибежал. Да. И пробежали 2700. Всех по парам! Прямые удары бросаем, точно в подбородок. Не просто арбузы бросаем или камни, а удар идет. Хлоп сюда, хлоп справа, хлоп слева. Поехали, время. Чтобы мяч полетел по корпусу, вы должны отпускать его вот здесь. Если вы слева по печке, справа в корпус, кто в прошке, так же мяч отпускаем вот здесь. Тогда он будет лететь точно в корпус, а не в голову. Кто поддерживает мяч, так же здесь, да, летит точно в корпус.
Вот, блин, да, видишь, голову летит, раз, пищи. Так, четвертый раунд, ножки крызанем. Виталик, бери нож ногами и бросай мне. Раз. Давай, по пол раунда. Вот я его из раза убил ответ. Вот по пол раунда. И остается у нас пресс и спина. Маты берем. Гордон, головой ему бросай, чтобы он с мячом падал. Качаем спину. Три подхода по 45. Смотрели. Лежа на животе. Руки, ноги подняли. И вот мяч. Стоим на животе. Локтями не упираемся. Мячи на место, маты в сторону пока. И также на переднюю руку пошли щенока. Разгонову, раскорпус, разгонову, раскорпус. Поехали. Все на переднюю руку. Все, вперед-назад, вперед-назад. В атаке, на отходе, в атаке. Раз, два, три. В атаке, на отходе, в атаке. Все за счет ног я делаю. Раз, два, три. Раз, два, три, шаг назад. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поехали. Вперед-назад, влево-вправо, Миша, вперед-назад, вправо-влево. Поехали. Одно расстояние. Я уже висел на левой ноге. Куда же я ушел? Взяли маты? Хорошо, колени к подбородку, прижали, позвоночники покачались. И на мостик встали. Встали на мостик. А, и считай до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, закончили. Сели, ноги выпрямили. За голеностоп взяли, лбом колени, пошли, подгнулись. Хорошо, встали. Притянули руки, ноги. Надо было прыгать. Вдохнули. Выдохнули, побросали руки. И полезли, без ног полезли. Тянется, тянется, лезем, лезем, лезем. Бросили руки. Все, через 55 минут подъем.